Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не уйдет в отставку, несмотря на протесты в связи с отстранением от власти ее предшественника Педро Кастильо. «Моя отставка ничего не решит», — заявила Болуарте, призвав парламент провести как можно скорее досрочные выборы, чтобы успокоить население. Ранее Конгресс отклонил соответствующую правительственную инициативу. Протесты в Перу начались 7 декабря после смещения Кастильо, которого обвинили в злоупотреблении властными полномочиями. На фоне антиправительственных акций и беспорядков в стране был введен режим ЧП. Из-за протестов в Перу пострадало множество иностранных туристов. Сотни путешественников застряли в городке Агуаскальентес, недалеко от древнего города инков Мачу-Пикчу. Вот уже несколько дней люди с нетерпением ждут дополнительную информацию о поездах, которые должны их отвезти обратно в город Куско, откуда они могли бы продолжить свой путь и вернуться на родину. Ранее мэр Мачу-Пикчу запросил у правительства вертолеты для эвакуации людей.